Привет, друзья! Меня зовут Женя, вы на канале Дневник Трубача. И сегодня очередное шоу «Оближи мой пальчик». Сегодня мы будем с вами готовить котлеты по-киевски. Для этого нам понадобится зелень. Для панировки сухари, мука, яйца, куриные грудки, перец, соль, много масла, подсолнечного и сливочного. И, ребята, я столкнулся с такой проблемой. Пытался его разогреть в микроволновке, и немножко обгорела упаковка. Поэтому с фольгой упаковку лучше не использовать, лучше выложить. Сначала будем готовить масло, которое будет внутри котлеты. Нам нужно его растопить и смешать зеленью. Теперь раздавливаем масло. Не забываем это дело посолить. Масло готово, а теперь будем делать из него такую своеобразную колбаску. Для этого нам понадобится пленка, но у меня, к сожалению, не было пищевой пленки. Будем использовать простой пакетик. Колбаска готова, и мы ее ложим, может, минут на 20-30 в морозилку, чтобы она затвердела. Так, пришло время взять грудку. Так, смотрите, вот эту часть надо отрезать. Но не выкидывайте, она нам еще пригодится. У нас остается такая вот филешка. Теперь нам нужно от большого края к малому разрезать ее, так сказать, вдоль, там, где косточка должна быть. У нас получилась такая вот филешка, и ее нужно отбить, ну, аккуратненько, чтобы не повредить мясо. Теперь мы ее солим.
Все то же самое проделываем. Рассчитываем на 4, на 4 котлеты. И можем ставить на огонь масло. К этому времени наше масло уже застыло, например, минут 20-15. И теперь с ним можно легко работать. Нашу котлетку окунаем сначала в муку, потом яйцо. Повторяем это дело. Вот у нас вышли такие котлеты, теперь их нужно горячее масло. Прошло почти 4 минуты, и я думаю, нам вторая партия котлет уже готова, пора ее доставать. Ребята, в общем, котлетка готова. Как раз ко мне в гости приехал мой брат. И сейчас он продегустирует это блюдо. Картошечки пюре не было, но сегодня на ужин у нас рис. Всем привет! Как она аппетитно выглядит. Ну что ж, понеслась. Легко идет. О, полилось масло, раскрою. Good. Мы на этом заканчиваем. Ждите новых рецептов.